только что проснулся, и, честно говоря, вы никогда не догадаетесь, что я сейчас иду делать. У меня в руках насос, полотенце, и сейчас вы все увидите. На море пока никого, очень рано. Сейчас буду делать бёрпи на сапе. Это очень сложно. По крайней мере, у меня сложно получается. Я уже пробовал один раз. Сейчас быстренько искупался. И сейчас попробую, не знаю. У меня пока максимум получалось 3 раза. Это нереально тяжело уставать. Фу, погнали. Это что-то нереальное вообще. Очень сложно сделать. Думаю, что в следующий раз у меня получится намного больше бёрпи. Я один сап сегодня уложу в Сочи и буду тренироваться там, и буду снимать для вас видосики. Если хотите больше видеоблогов таких про спорт, какие-то увлечения, пишите в комментариях и напишите, чем вы увлекаетесь, что вас прёт, зажигает, и что вы для себя нового открыли в этом году. Я для себя открыл сап. Ну что ж, все-таки получилось сделать несколько раз. Он не такой устойчивый, это очень сложно. Я очень выдохся, столько раз падать, подниматься тоже трачу на это много сил. Но это круто, друзья. Занимайтесь сапом. Я еще купил двустороннее весло, и можно сидя или на коленях, как на байдарке, плыть. Больше скорость во время волн, когда сложно на нем держаться стоя, это очень круто. Waters sinking faster still.